Что ты моя хорошенькая? Девушка, ты моя маленькая. Да, вот он, красавец. Что это Алёсик? Лень прибежал. Это другой уже. Рыженький, тоже сынок. Какой-то ловелас рыжий, всех вас наделал. Да, папка у вас один рыжий, похоже. Видели, там пушистый какой красивый. А этот пришел такой, я говорю, папка один, наверное, один корень. У меня что-то с глазом. Ну ничего, глазик течет, ага. Арина, не трогай, пожалуйста. Ой, не надо, он больной может быть, да, то перейдет потом. Не трогай, а то он, ну, что-то видишь? Глазик у него болит. Может быть, просто клюнули его, может быть, эти куры. Вот она, хочет меня за волосы схватить. Смотри, Ромашка, смотри, какая у меня красивая. Глянь, как у меня красиво. Глянь, как у меня. Глянь, как красиво. Глянь, как ты. Девочка ты моя. Ты моя маленькая. Глянь, тут вообще все сбежались к нам. Все, вот он. А толстенький, хорошенький какой. Да, ты моя девочка. Смотри, 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 девочка, кто хочет сделать. Девочка хочет поздороваться. Да, все тут. Маленькая, ты моя маленькая. Ты моя хорошая. Пойдем мы, да? Вот и пойдем, ты маленький. Вон с глазиком что-то, глазик, наверное, или попал что-то в глазик ему. Что-то глазик. Да, да. Вот. Вот так вот. Вот. Дай. Ну, мне бы так погладить тебя охота, лапочка моя. Ой, а где ж мой ремень? А что, его там поставила? А? Вот. Где? Вот на тебе.